Сегодня, 30 апреля, отмечается Международный день джаза. В северной столице это музыкальное направление, безусловно, близко, поэтому наш сегодняшний эфир посвящен именно этой теме. Нашу любимую аудиторию сегодня ждет потрясающий концерт музыкальной группы с солисткой Эми Питерс. Сейчас ребята настраивают свои инструменты. А я пока хочу познакомить вас с нашим экспертом, директором GFC джаз-клуба Феликсом Народицким. Добрый день. Добрый день, добрый день. Я всех приветствую. Да, ну начнем сразу с вопросов. А джаз как явление возник в 1910-х годах в США. А когда появился русский джаз? Русский джаз появился тоже довольно-таки давно. И эра биг-бендов к нам пришла, это где-то 40-е, 50-е годы. Все знают, что, допустим, Петербург ставился большим количеством биг-бендов. Вот мало, наверное, сейчас кто знает, что были так называемые танцевальные вечера, ну как у нас, дискотеки как бы, и дискотеки, там диджеев не было, там были как раз биг-бенды, которые играли довольно-таки интересную джазовую музыку. И такие композиторы, как Сфасман, они писали очень хорошие произведения, немножко переджазованные, можно так сказать. Ну, все знают Утесова, кто-то говорит, что Утесов это джаз, кто-то говорит, что Утесов это не джаз, но все равно там очень много было интересной музыки. Так, а есть ли в русском джазе то, чему зарубежные джазмены могут поучиться? Ну, я думаю, что очень интересно, что сейчас довольно-таки много музыкантов пишут оригинальную музыку. И понятно, что если они из России, то у них есть внутри этой музыки некоторые русские мелодии, потому что они же великолепно знают Чайковского, Шостаковича и многих русских великих композиторов основаны на этом. Поэтому отличить русских джазовых музыкантов можно. И они принимают участие в международных фестивалях. И как раз их музыка, она отличается от американского и европейского джаза. Что самое главное для джазового музыканта, как вы считаете? Самое главное, я думаю, что свинг, то есть чувство такта. Чувство вот этого как бы джазового начала, да, без свинга джаза нету, то есть это именно стилистика, это именно вот внутренний такой как бы темпо-ритм у джазовых музыкантов, он присутствует как бы, и всегда вот там слушатели, они замечают, есть свинг в музыке или его нет. Этому можно научиться или это как бы такое врожденное чувство? Этому можно научиться, но, во-первых, надо это любить, да, в принципе, чтобы стать джазовым музыкантом, надо очень-очень много слушать музыки джазовой, и как получается, в принципе, вначале музыкант выбирает себе некого кумира, на которого он хочет поравняться, он очень много слушает, пародирует ему, можно так сказать, да, и в конце концов, значит, когда он овладевает полностью инструментом, у него появляется уже свой стиль некий. И уже другие музыканты слушают его и пародируют ему. И вот так это все крутится и вертится. Так вот и рождается джаз. А насколько джаз актуален сейчас? Ну, я думаю, что джаз вообще самая актуальная музыка. Да? Мы, в принципе, вот, за 27 лет достигли очень многого. Мы хотели и поставили себе миссию, чтобы джазовая музыка стояла наравне с классической музыкой, чтобы ее пускали в классические залы. И сейчас мы видим, что мы не удивляемся, когда видим афишу, что в Большом зале филармонии выступает Андрей Кондаков. Да? Но, как ни странно, еще 30 лет назад это было практически невозможно. Я думаю, что вот это очень важно. И вообще джаз очень актуален именно для людей, которые занимаются бизнесом, потому что джаз – это импровизация. И очень много бизнесменов к нам приходит, слушает эту музыку, и, как ни странно, им это помогает в их работе. То есть они могут импровизировать, а вы знаете, что у нас очень часто меняются законы, и постоянно рынок как бы диктует новые обстоятельства. И если ты любишь джаз, ты можешь импровизировать, и это большой плюс для тебя.
есть, а можно ли, раз мы уже затрагиваем немного по касательной теме классической музыки, вот взять классическое произведение и переложить его на джаз? Да, конечно, конечно, таких очень много вариантов. И недавно даже мусорские картинки с выставками было в исполнении, переложение в исполнении биг-бенда училища мусорского, как ни странно. То есть очень хорошо прошло. Вам как больше нравится, просто в классическом звучании или в джазовом? Ну, мне нравится так и так. Я считаю, что музыка, если она хорошая, качественная музыка, то неважно, в каком она стиле, да, этника, джаз или классика, все это имеет место быть, и на все есть свой слушатель. Феликс, а вы можете назвать 5 композиций всех времен и народов, которые обязательно должен послушать новичок в джазе? Ну, конечно, я думаю, что все начинается с Диксиленда, да, и Луи Армстронг – это наше все. Мне кажется, что очень важно послушать, как это вообще звучало и о чем идет речь, как бы, да. Элла Фиджеральд – великолепная певица, это так называемый мейнстрим, это наше все. Но потом идет бибоп, хардбоп, как бы, это Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи, да. Так мы доходим уже до фанковой истории. Великолепный Пэт Мэттани. И в конце концов я предлагаю послушать музыку Андрея Кондакова. Это именно современный джаз. Владимир Волков, Вячеслав Говоронский. Это наше все. Так, джазовую музыку называют танцевальной. Насколько вот важен текст композиции или все-таки больше ритм? Ну, я думаю, что сейчас время изменилось, да, она была танцевальной, в Америке это было 100 лет назад, у нас это где-то 40-е, 50-е годы, сейчас это музыка именно для концертных залов, как бы музыка для того, чтобы слушали, иногда, конечно же, под нее танцуют, но танцуют как раз под мейнстрим, именно под те произведения, которые были созданы там много лет назад. А современная музыка, авторская, ее как раз слушают в концертных залах. Я бы еще хотел добавить, что у нас сегодня несколько событий, кроме Международного дня джаза. Да. Секунду, сейчас как раз об этом скажу. У нас до первых композиций нашего концерта остался один вопрос. Я бы хотела попросить вас рассказать о сообществе друзей джаза. Да. Я очень счастлив, что мы можем представить этот проект. Это новый проект. Я думаю, что он как раз сделает нам большую, послужит нам большой службу окажет нам, потому что это наше будущее, это Jazz Friend Community. В двух словах я можно сказать, что это как клуб друзей. Вы знаете, что при любом учреждении культуры есть клуб друзей, и вот мы решили создать такое же сообщество Jazz Friend Community. Это некий проект с порталом, на котором люди могут влиять на развитие джаза, то есть каждый может зайти на сайт и выбрать актуальную для него тему, помочь нам развивать эту музыку. И вот как раз сегодня мы пригласили членов этого сообщества рассказать немножко о понимании этой музыки, о том, что как они видят дальше наши перспективы. Поэтому это очень важный для нас проект. Я благодарен всем, кто принимал активное участие в создании, и надеюсь, что за этим проектом будущее. Расскажите, где можно найти это сообщество? В первую очередь просто в интернете, конечно же, зайти в интернет, зайти на наш сайт, есть баннер, по которому можно перейти прямо в сообщество и стать участником. То есть мы принимаем всех. Спасибо большое. Ну а сейчас я объявляю музыкальную паузу, и для наших зрителей сейчас выступит музыкальная группа и солистка Эми Питерс. What do you guys want to play? Burgers? Давай. А вы что хотите? Кстати, это вопрос к зрителям. Вы хотите песни про любви, про романтическую? Или про... Или про что-то другое? В общем, рассказывайте. Пишите. Мы ждем. Давайте, Бэйвис. Let's do it.
Я люблю песни про любви. В последнее время я поняла, что я немножко влюбленная. Возможно, это в связи с тем, что сейчас весна. Ой, слава меня всегда понимает. Yeah.
Давайте еще песню сыграем. А вы что хотите про любви? Я боюсь. А давайте тогда про любовь. Илюшенька, ты тебе что хочется вообще? Расскажи про любовь. Мне всегда хочется. Я не знаю, дело в том, что действительно весна, и я недавно поняла, что, возможно, я чуть-чуть влюбилась. Это, конечно, ужасно, потому что это не входило в моих планах, но, с другой стороны, планы, что такое планы вообще? У меня есть Moleskine, в котором я описываю все свои планы, и в итоге все происходит иначе. Импровизация, можно сказать, опять же, наша джазовая тема. То есть мы перестраиваемся и танцуем вместе с жизнью. И так получается иногда, что влюбляемся. Это, конечно, катастрофично, поскольку все планы нарушаются, соответственно. У меня есть своя теория по этому поводу, что есть 1.5 секунды, в котором вы можете избежать влюбленность. Ну, вы знаете, я не знаю, если вы верите в это. Вы понимаете меня, что как бы за 1.5 секунды до влюбленности у вас есть шанс как бы этого не делать. И вы такие... вздох. А если выдохните и все-таки любовь, то любовь, и тут не избежать ничего. А если вы успеваете как бы, ну как-то какую-то секать тему, то получается все хорошо. В общем, я не успела. Вот. Поэтому давайте песни про любовь. Действительно, вообще, вот мне хочется, например, Why Don't You Do Right? Да? Это джазовая песня, короче, вот, про... Про, между прочим, там упоминается даже кризис типа 29-го, потому что типа женщина поет о том своему возлюбленному, что он зря не подготовился в 22-м году. То есть это джазовая песня, действительно классическая джазовая история. Вот. Но при этом про любовь он ей предлагает, а как она поверила в его словах, а он ей всего лишь бутылка джин предлагает в ответе. Ну, в общем, все как бывает в катастрофической любви. Мне кажется, это неплохое начало. Да? Потому что влюбленность — это дело такое. Особенно сейчас, весна, мы все под угрозой. Илюш, что скажешь? Ты не против? Он не против, это прекрасно. Я постоянно подкатываю к Илюшеньку, просто чтобы его смущать, мне это дает силы. Любовь мой. Мне нравится, когда мужчины краснеют. Опять же, это к весне, это как бы... Как ты относишься к этому? Потрясающе. Я тоже люблю, когда ты краснеешь. Да, да. Да, ножку куда-то класть. Готовите, кстати, что-нибудь? Вы умеете готовить? Я умею жарить корюшку. Бэм! А я это сделала позавчера! Бэм! У меня есть друг, который ловит корюшку. 2 дня назад было 18 килограмм, а позавчера было 35. Так что корюшка идет. Будет вам известно. И грибной суп также приготовлю. И пирог. Господа, вкусненько. Так, давайте, что? Вы согласны играть песни про любви? Они краснеют, значит, они согласны. Хорошо, все, поехали. Относительно руки. Давайте, сердечко, сделай что-нибудь. Ты умеешь. Сейчас поклонишься. О, отлично. You had that fun 1922. You let it off with a big old fool of you. Why don't you do right like the man do? I'm sick out of here and give me some money too. Well, you say
night to you win. The only one's the one for reason, but I'm thrilled when you ride. Baby, die like the monopet do. I think I hear anger exploding too. Well, if you ever met 20 years ago, you wouldn't be one drop from dollar door. But don't you do right now like the monopet. Александра Будкеева, арт-директора бара The Head. Александр, добрый день. Добрый день. Расскажите, какие люди приходят в ваш бар послушать джаз? Это очень разнообразная палитра. Шести, скажем так, до бесконечности. Да, несмотря на то, что алкогольный бар, конечно же, в общем, здесь не рекомендуется, поэтому я немножечко утрирую. Но, в принципе, привести такой забавный пример, с того, как бар, кстати говоря, 1 мая, буквально завтра, будет уже 9 лет, такая вот история, уже достаточно длинная, как он открылся, и где-то через, может, полгода, или год, с гастролями в Санкт-Петербурге был оркестр «Буканин». Это такие черные биг-бенд, абсолютно 20 человек, настоящих джазовых афроамериканцев. У них был концерт в Большом зале филармонии, и ну, такая традиция уже сложилась, что после концертов звезды, приезжающие зарубежные, и не только зарубежные, приезжающие в Санкт-Петербург, они, как правило, идут куда-то расслабиться, отдохнуть, потусоваться, вот, чтобы снять напряжение после концерта. И, естественно, они оказались в шляпе, причем они были здесь два дня. Первый день, ну, естественно, они были первый раз в России, были немножечко такие вот зажаты на пуделе. Первый день пришло 3, по-моему, человека или 4. Второй день было 15 человек, то есть почти весь биг-бенд, кроме самых старинных. Кто не смог дойти. Так вот, я к чему рассказываю эту историю. И они были поражены тем, что такое количество молодежи в джазовом заведении они нигде не встречают. То есть в Нью-Йорке огромное количество джазовых баров, джазовых заведений. На одной улице там может быть куча всего джаза происходить. Вот. Но там сидит публика 40+. Поэтому и существует такой стереотип. Они, что... да, они были, ну, конечно, в Штатах мода на джаз давно прошла. Возможно, мы идем с отставанием, возможно, у нас просто свой, как всегда, путь.
И мы вот обрели такую молодежную джазовую аудиторию. И вот в Хэте или в Шляпе, как посторонние называют этот бар, происходит именно молодежная движуха. То есть можно сказать, что Шляпа сделала отчасти, наверное, джаз-модный в Санкт-Петербурге. Там всегда можно встретить, как я уже сказал, огромную, то есть широкую палитру, возрастную, профессиональную и так далее. И вообще место уникально тем, что там только джемы происходит, то есть там нет ноунейм. То есть ноунейм — это как бы не коллектив, который готовит свою программу, потом выходит на сцену и, собственно говоря, доносит до публики то, что они подготовили. А джем — это, грубо говоря, соревнование среди музыкантов. Все возникло с 40-го года в Нью-Йорке. Александр, существует мнение, что музыканты по-разному трактуют джаз как направление в музыке. Как бы вы его охарактеризовали для себя? Что такое джаз для вас? Вообще джаз — это образ жизни, я считаю, безусловно. И в это входит куча компонентов, от музыки до поведения, до взглядов на жизнь. Это образ жизни, который очень всеобъемлющий, скажем так. В джазовой музыке свойственна импровизационность. Эми сегодня уже об этом говорила. А вы можете перечислить джазовые стандарты? Существуют ли они? Как минимум. Слушайте, если мы сейчас начнем перечислять, мы здесь до завтра останемся. Потому что, да, существуют реалбуки, так называемые, где есть темы эвергрина. И как и ранние, начиная там с 20-х годов, очень много эвергринов пришло от вещи зеленых тем, которые исполняются, как, используются как джазовые стандарты, джазовые музыканты. Пришло из мюзиклов, когда песенки популярные становились, использовались джазовыми музыкантами, и, в общем, так сами эвергрины. Но это тысячи, на самом деле. Нет, есть, конечно, там какой-то часто основа. Употребимый, ну не основа, а часто используемый. Опять же, смотря кого брать, бокеры любят одни стандарты. Бог — это стиль такой, джаз, вот. Существует мейнстрим, который включает в себя более широкий спектр джазовых стандартов. Вот огромное количество. Так, тогда перейдем к следующему вопросу. А что важнее, продолжать традицию джаза или сочинять новую оригинальную музыку? Ну, мне кажется, вопрос странный, потому что, кто сильнее, Кит или Слон? Наверное, такая же, может быть, здесь аллегория, потому что продолжать традиции джаза, безусловно, нужно. Более того, джаз не стоит на месте, это музыка, которая постоянно включает в себя какие-то новые музыкальные направления и развивается, то есть она не мертвая музыка, не застывшая. Вот. А новые направления также правильно, конечно же, должны развиваться. И это одно другому никак не мешает, в общем. Это параллельные движения, на мой взгляд. Так, Александр, еще вопрос. Есть ли у вас традиции? Как вы празднуете День джаза обычно? Я лично? Да. На работе. Как правило, да. Ну как, я не знаю, если застает это во время концерта, то значит, концерт, если как-то отдельно, специально, заранее стол я не готовлю дома для джаза. Хотя с большим уважением, но более того, это достаточно свежий праздник, скажем так, который утвердила, по-моему, ЮНЕСКО, да, или что-то в этом роде, да. И возник он в 2010, по-моему, году его утвердили. То есть такой достаточно свежий. Или 2011, я могу ошибаться. 2011, да, вот подсказывали. Ну вот плюс-минус год, я ошибся. Да, это свежее, я считаю, это замечательная совершенно традиция. Более того, это, по-моему, по инициативе Харби Хэнка было утверждено ЮНЕСКО. И Харби Хэнк — это вообще вот легенда, гуру. Слава тебе, Господи, до сих пор жив, и дай Бог ему долгих лет. Потрясающий музыкант, и в том числе джазовые общественные деятели, что очень важно. Вообще вот то, что это как бы предлагается усилия для того, чтобы как-то популяризировать это направление, это прекрасно.
известности у нас в стране, это очень хорошо. И я единственное, что вот в рамках Дня джаза международного, да, я бы хотел, вот, если брать конкретно Россию, Санкт-Петербург, то очень бы хотелось пожелать, чтобы у нас вот наш джаз опять стал международным. Что имеется в виду, что вот сейчас с пандемией, со всеми дурацкими санкциями и так далее, все вообще сложная политическая обстановка и так далее. А джаз – это музыка, которая способна объединять людей вне политики, вне пандемии, вне чего-либо. И это прекрасно, если вот, как бы, будет возможность также приезжать музыкантам из-за рубежа, наши музыканты ездят туда. Самое главное пожелание сегодня для международного дня джаза, который я бы сказал. Так, ну и последний вопрос. Как, по вашему мнению, что самое главное для джазового музыканта? У каждого это по-своему. Не знаю. Ну, безусловно, любить эту музыку самое главное. И колоссальное трудолюбие, конечно. То есть вот многим со стороны частенько кажется, что это так легко и просто, человек вышел, что-то сыграл или спел. Это действительно выглядит очень легко и красиво, и естественно. Да, то есть джазмены, они исполняют как души, настоящие джазмены. Это очень органично. Вот, и для этого требуется, мало кто подозревает, что это колоссальный труд, это годы, годы очень тяжелого профессионального труда, которое способны вывести вот на уровень какой-то высокий уровень музыканта. Угу. Трудолюбие и слушать музыку, любить джаз. Хорошо. Вот. Спасибо, Александр, за ответы. Всегда, мы сейчас снова возвращаемся к музыкальной группе и певице Эми Питерс. Божественная Эми Питерс. Да, да. Вот следующая композиция как раз из классика джаза. Песня под названием «Summertime». Именно эту аранжировку придумал Дмитрий Семенов, потому что он из другой планеты немножко, и он увидел это в виде совсем современной обработки, и это прекрасно.
Яша Клейн, Слава Суори, Руслан Гаджимуратов и Дмитрий Семенов. Скучи, парни. Здорово. Хотите еще, да? Можно еще поиграть? Давай.
спросить еще песню? Да. Короче, о, друзья, я за то, что я очень люблю петь. Ну, как бы просто весело. Вот. А еще с ними это тем более весело, потому что ну, они очень жгучие парни, и с ними интересно. Вот. А поэтому следующая песня называется «Fear». Это по поводу жара, который скоро возникнет у нас в городе. Я надеюсь, скоро будет жарко, потому что иначе, я не знаю, я в этих свитерах уже жить не могу. Давайте поехали. Казалось бы, самая простая история, то есть просто они вышли в магазин или что-то, но они так расскажут его, что становится интересно. И даже самое по музыке происходит с ними, то есть они умеют, ну, просто фа-минор какой-нибудь. И как бы, а суть в том, что они сделали это так, чтобы это было интересно, прямо завораживающе, да? И чтобы хотелось бы в ответочку им тоже что-то интересное кинуть. Вот. То есть, ну, потому что можно рассказать все про жизнь или в музыке, да? Можно просто, ну,
можно нам скучно преподать, да, вот историю? Можно посетить. Да, а можно рассказать так, что я вышел, сначала все красочно было, потом я вот, вот. Мне кажется, это очень важно. А вы помните свое первое выступление? Да. Расскажите, пожалуйста, как это было? Это было так волнительно, что я за весь выступление ни разу не брала дыхание. Я, короче, мне было 17 лет. Это было в кафе «Попугай». И это было так волнительно, действительно, что я не смогла брать дыхание. Просто я просто настолько испугана была. Вот. А первый концерт здесь, в Тюрексе конкретно, было так, что... В общем, я очень взволнована была. И казалось, что у каждого человека есть ноты. И они читают и такие смотрят, как у дирижера, репитера. То есть, ну, как бы перед ними. И весь the score. То есть, типа, у них все ноты. И они такие проверяют нас, как бы, на прочность. Это было не так, на самом деле. Но я очень волновалась. Да, и как бы, и поскольку я выступала со взрослыми джазовыми музыкантами, мне казалось, что точно я что-то не то сделаю. Вот. И было очень страшно, и мне было тоже 17 лет. Сейчас мне 37. Теперь уже мне было ничего. Но я помню ощущения, потому что, вы знаете, когда я должна была зайти на сцену, все сидят вот так вот, и у них скрещенные ножки вот так вот. И они такие сидят вот так вот, молча. Я такая думаю, я обычно в клубах как-то по-другому люди либо стоят, либо что-то, а тут сидят такие. Серьезные люди. Да, и я думала, ой, как это волнительно, как это страшно. Это было очень страшно. Так, следующий вопрос. Почему необходимо получать профессиональное музыкальное образование и нужно ли это? Ой, к стыду, у меня его нету. Но я занималась индийскими танцами и индийским вокалом. То есть вот как-то вот. Плюс я еще все-таки из Штатов, поэтому ну, я просто выросла в обстановке, где всегда звучала джаз и R&B тоже. Вот. Я на самом деле училась даже чуть-чуть вот, у оперной певицы вот, вокалом. Я не знаю, если я вот, ну, хорошо ее представляю или нет, Виктория Евтодьева, вот, через Воскобойника моего. Ну, я считаю его своим преподом, хотя он басист, но он просто учил, как надо себя вести на сцену. Вот, и вообще, ну, для меня бас – это такой корень вообще. Вот, в сочинении песен, если говорить, то я всегда думаю, в первую очередь, о бас. Вот, конечно, лучше иметь образование, что тут говорить вообще. Если честно, мне просто не повезло по разным обстоятельствам в этом смысле, потому что ну, я просто не русская, поэтому я здесь не могла учиться так. Вот. А так я бы хотела, конечно. Хотя, может быть, я не подарок для преподавателей. А есть ли у вас специальные упражнения для развития импровизационных способностей? Вы знаете, есть у меня упражнения для того, чтобы развивать голос, типа там, ну, чтобы, ну, для, ну, как-то там, ну, в общем, неважно, да, вот есть такие занудные упражнения всякие для голоса. А импровизационные, я, честно говоря, считаю, что весь жизнь он такой импровизационный. Может быть, только у меня. Я просто все жду скучная жизнь. Вы знаете, многие люди говорят о том, что им скучно. Я вот до сих пор это не столкнулась с этим. То есть как-то жизнь слишком интересная. Все время приходится импровизировать. Как-то раз, например, мы путешествовали в каком-то городе, я не буду говорить в каком, не хотели нам заплатить деньги, и я притворялась, например, что у нас есть великий продюсер в Москве, который вообще вот будет очень недоволен. Я называла имя журналиста из русскоязычной службы BBC, потому что это была моя импровизация, и в итоге все нормально, нам заплатили, все хорошо. Вот, потому что я притворялась, что у нас есть продюсер, которого у нас нет, естественно. Вот, то есть, мне кажется, вот импровизировать вообще не сложно. Все, что мы делаем каждый день, мы выходим из дома, начинается какое-то приключение, и мы импровизируем, правда ведь, да? Вот сегодня у меня велосипед разломался на две части. Вот я импровизировала, упала вообще, и другие мужчины импровизировали, меня подняли вообще, слава богу. Но я имею в виду, что как бы мы постоянно в импровизации находимся, что то ли это музыкальное, то ли это жизненное, но в итоге это все происходит к тому, что мы живы, и серьезно все как-то.
Празднуете ли вы как-то по-особенному Международный день джаза? Или всегда на работе, может быть? Вот сегодня на работе. Приходите. Вот, а вообще, я могу сказать, что каждый день это день джаза, потому что каждый день вы в музыке. Каждый человек вообще в музыке. Мы в любви живем, правильно? А джаз — это любовь, общение. Ну да, да. Какой он джаз в современном мире? Пока я могу сказать так, что джаз — это очень разное, да? Вот у Роберта Гласпера одно, у Андрея Кондакова другое, у Димы Семенова третье. Вот у каждого разное, да? Наш последний альбом называется «Becoming Innocent», «Любовь и теория». И это потому что, ну, как бы джаз — это и любовь, и теория, и пока джаз развивается, она жива. Но сейчас он находится на стадии развития. Да, разумеется. Потому что мы еще не можем сказать, что такое джаз конкретно. Вы спросите у каждого человека будет разный ответ на это. Кто-то скажет, это голошокинг, кто-то скажет, что это как бы там, я не знаю, то есть free jazz, кто-то еще что-то другое скажет. И пока джаз развивается, она жива, это как любовь между людьми. То есть когда мы знаем, что между нами стоит, какие у нас отношения, да, вот становится скучно. А пока есть влюбленность, мы такие: о, что со мной происходит, вообще что это такое, мы мучаемся, мы... Любовь болит, она прекрасная, да? Вот. И мне кажется, то же самое про, про джаз можно сказать, что пока джаз цветет, она супер странная и супер красивая, и безупречная. И вот. Mm-hmm. Есть ли у вас фавориты среди джазовых исполнителей? Билли Холлидей. Mm-hmm. Однозначно. Потому что всё, она женщина, слушай, которая пела в свою жизнь, она пела всю свою страдание, всю свою безупречность пела в музыке. Она была не безупречна ни как человек, ни как музыкант, но она была безупречна именно из-за этого. Понимаете, есть безупречные певцы, и ни до кого не докопаться, я имею в виду из них, да, вот, но они неинтересные. Понимаете, о чем я? Это ужасно звучит, но как бы... Мэрайя Кэри, она безупречная вокалистка, но я хочу большего, я хочу знать о грехах, о провалах, о цветении человека. Ой, я сейчас прослезусь прямо, ну вы понимаете, о чем я, то есть должно быть все, ну, как бы заложено. У Билли Холлидей в голосе вся ее жизнь. Все ее риски, которые она приняла, она рисковала очень сильно, да, вот она пела песню «Strange Fruit», это песня про линчевание, то есть и ей ЦРУ преследовали за это, и более того, и она умерла из-за этого, на самом деле, потому что ее Айзенгер, это был как бы руководствующий человек ЦРУ, в общем, он ее закрыл, она была, ну, в общем, у нее были свои проблемы с когнитивными зависимостями, и вот ее не дали, вот, ну, лечения никакое, и от нее отняли ее музыку, не позволили друзьям приходить к нее, и через неделю она ушла из жизни. Вот, и причем первый, по-моему, человек, который должен был следить за нее, даже умер, то есть, вернее, не умер, а он влюбился в нее и понял, что он не может ее преследовать. То есть, я люблю Билли Холлидей, потому что Билли Холлидей, она настоящая. Она просто, она пела всю свою жизнь, свою музыку. Чувствуется, что вы действительно ее любите. Ой, я ее обожаю. Так, ну а сейчас я задам завершающий вопрос, да, перед тем, как мы вернемся к вашему выступлению. Да. На этом наш эфир, собственно говоря, закончится. Но сейчас еще один последний вопрос. Да. Вы сказали, что вы влюбились. Это взаимно? Я не знаю. Вообще, если честно, я просто дала себе слово, что я никогда больше не буду влюбиться. Это было несколько лет назад. Я такая: нет, ни за что. А потом во время концерта, когда нет, я вдруг поняла, что я втюрилась все-таки. Я забыла слова от одной песни, вообще это было ужасно. И в итоге это был его день рождения, и я пришла к нему с белыми розами.
конечно, я влюбилась, что тебе делать вообще? Я такой слабак, простите меня. Вы счастливы? Очень, это ужас просто. Замечательно. Но это так тревожно. Вы знаете, когда любишь, то почему-то сердце все равно болит. Даже если все хорошо, все равно так страшно влюбляться. Вот так. Влюбилась очень сильно. Только ему не расскажите. Мы никому не расскажем. Это секрет, короче, всем. Спасибо большое за ответ. Спасибо вам. Я приглашаю вас на сцену, ура, чтобы выступить. Спасибо. Еще раз для наших, для нашей аудитории. Люба, спасибо большое. А я с вами прощаюсь. Послушайте еще несколько композиций. Всех с Международным днем джаза. До встречи. Ой, Слава. Илюшенька, хорошо, ты не убежала вообще. Так, а вы что хотите играть? Что больше всего нравится вообще? Что такое вообще? Чего ваши сердца горят? Что вы можете сыграть в этот трио? Так, во-первых, Русальбус. Иди сюда вообще. А что мы невинная муза, без тебя я не сыграю. Так что... Могли бы опен играть. Вообще, чего идите вообще такой? Вот да. Давай, все, опен. Короче, эта песня по поводу... Как раз мы завершили вот разговор на тему «Бешеная влюбленность». А это есть песня про то, как бы... И, в общем, ну, как бы... Во время, когда это придумалось, мне казалось, что больше никакой любви не будет. И что я являюсь... Вы знаете, как бы мы все относимся к себе как главный герой какого-то эпоса. А тут мне казалось, что я просто второстепенный герой, что со мной больше вот этой горячей любви не будет. А потом иногда вот такая тоска от того, что ты знаешь, что ты возвращаешься к любви. И это очень страшно, и больно, и хорошо одновременно. Это такие странные чувства переменить. Давайте. Like I knew I would. I got.
Спасибо большое. Друзья, может, сыграю?